30 марта Кристина Арбакайте стала мамой долгожданной дочки. Фото малышки, которую назвали Клаудией, родители уже разместили в сети. На свет девочка появилась в далекой Америке, куда звезда уехала к супругу-бизнесмену Михаилу Земцову еще за несколько месяцев до родов. Рост Клаудии 56 сантиметров, а вес 3700. Напомним, это уже третий ребенок 40-летней Кристины. От первых мужей у артистки есть сыновья Никита и Дэнни. Новости от всей души поздравляет Кристину и ее мужа с появлением дочурки, а примадонну нашей эстрады Аллу Пугачеву с долгожданной внучкой.